Вітаю тебе, Олю. Дякую тобі за твій інформаційний блок. Дійсно, лайв-студія продовжує свою роботу. Нагадую нашим глядачам, ми, як і завжди, працюємо для вас наживо. І найближчі 40 хвилин говоримо про ситуацію, в якій знову опинився український бізнес. Доки в Офісі президента розповідають про нові деталі порядку розрахунку і виплати фінансової допомоги представникам малого і середнього бізнесу, в Одесі під стінами Одеської державної обласної адміністрації мітингують ФОПи. Чого вимагають і що пропонують мітингарі, чи врятує їх обіцяна державою підтримка, говоримо просто зараз. Наразі я представляю гостей моєї студії. Це Іван Фунтовий, президент громадської організації «Пріоритетні українські міжрегіональні асоціації». Вітаю вас. І Михайло Борисов, економіст. Доброго дня. Дякую, панове, що завітали. Незабаром до нас приєднаються ще двоє учасників сьогоднішнього мітингу, який відбувався під стінами Одеської державної обласної адміністрації. Ну, а поки що, нагадаю ще раз, що ми працюємо для вас наживо, тож, будь ласка, якщо ситуація, в якій наразі знов-таки опинився середній малий бізнес, торкається вас особисто або бентежить вас з певних причин, будь ласка, користайтеся нагодою, телефонуйте за номерами, які бачите на своєму екрані, і приєднуйтеся до нашого діалогу. Ну, і я пропоную почати з вас, Іване, скажіть, будь ласка, а що сьогодні відбувалося під стінами облдержадміністрації? Хто мітингував, чого вимагали? Ви вже, в принципі, об этом проговорили, що більшою частиною це навіть не мітинг, це була просто публічна підтримка подачі очень достаточно много обращений коллективных, ну, в том числе и коллективных, и как ассоциации работодателей, так и от обычных громадских объединений, которые представляют интересы малого и среднего бизнеса. Причины – это тот локдаун, это те закрытия непродуктовых, да, то есть как бы не только, скажем так, рынков, да, то есть, ну, то, что мы, как правило, привыкли это воспринимать, то есть, а это те же предприятия, это и общепит, то есть в лице ресторанов, только на вынос, кстати, не везде это удобно и возможно даже там бывает физически. И нужно не забывать, что мы почему обратились, кстати, в облдержадминистрацию, потому что этот вопрос касается не только Одессы, да, самой, а в целом всего Одесского региона, где, к сожалению, социально-экономическая ситуация намного плачевнее, чем в самом городе, потому что, ну, люди так, условно говоря, еле выживают, скажем так, даже без введения так называемого локдауна. Скільки, скажіть, будь ласка, сьогодні представників малого і середнього бізнесу приймали участь в акції, і, наскільки я знаю, навіть були певні пропозиції до держадміністрації. Про що в них йдеться? Ну, сьогодні було достатньо багато представників, в тому числі 7-го кілометра. В даному випадку, в основному, це були питання 7-го, касаючися 7-го питання. Це були представники старконного ринку, представники, по-моєму, Анжеліки я видел, с Малиновского, ну, с многих рынков, потому что о том, что мы будем подавать это обращение, не призывая, а так просто освещая, то есть как бы я еще вчера подавал, была такая возможность, спасибо большое, СМИ, вам, конечно, за ту позицию, которую, да, которые независимо подаете общую информацию, было озвучено, и тех, кто действительно это беспокоило, они пришли поддержать. Реакция, конечно, со стороны сотрудников полиции была обратная, то есть как бы не совсем поддерживающая, то есть потому что даже представителю ассоциации предпринимателей был выписан протокол о несоблюдении норм карантина, они это расценили как будто типа мы это намеренно нарушаем, распоряжение Кабмина, которое является, кстати, не совсем конституционным, если в целом, ну, если с юридической точки зрения посмотреть. Большой плюс в том, что с нами все-таки встретились, то есть это было не просто стучание в закрытые двери, с нами встретился Константин Геннадьевич, это зам Сергея Рафаэловича Гремецкого, разговаривали долго, порядка 2,5 часа. Разговор был долгий, но он, понимаете, без причины-то так, потому что вопросов было достаточно, очень много. То есть, поднимался вопрос о том, чтобы уже даже донести до глав
уже утворених територіальних громад, підняти питання о том, щоб навіть послідуючи на облсовет, щоб, допустим, ті території, особливо в комунальній собственності, да, щоб на цей період локдауна були земельний налог, как бы так, в виде каникул. Для чего? Для того, чтобы по цепной реакции, по общенаследственным действиям, тем же уже предпринимателям, арендуемым на этих территориях, было также выделено, по крайней мере, хотя бы в виде скидки, да, то есть, чтобы облегчить нагрузку эту. Понятно, есть в каждом предприятии существует свое администратирование, да, которое за собой несет оплату тех же там, уборки территории, оплату освещения, охраны там, и так далее. Это все прекрасно понятно. Но оно не должно в полной мере ложиться на плечи на представителей малого и среднего бизнеса, которые и так находятся в плачевной ситуации. А если, допустим, взять во внимание прошлый локдаун, то по распоряжению президента было анонсировано о том, что выделение там, компенсации 8 тысяч гривен, к сожалению, ее получили в порядке 30%, то эту цифру я увеличиваю, от всех ФОПов, которые оказались, скажем так, в ситуации локдауна, не имели возможности выполнить конституционное право на труд, были ограничены в своих возможностях. А причиной это выступало, конечно, это программное обеспечение в ДИИ, через которое люди пользовались. Причиной, основной причиной это было первоочередной КВЭД, который, допустим, он был открыт еще до какой-то там одной деятельности, потом со временем было другие, внесены второстепенные. І оскаржити це дуже складно. Ну, наразі я вам хочу зауважити, хочеться трішки поговорити щодо фінансової підтримки з боку держави. Зауважу, що буквально вчора пройшла інформація у соцмережах, у мережах, як відбуватимуться карантинні виплати підприємцям. Деталі. Компенсації підприємцям, які були вимушені призупинити роботу через посилення карантину, будуть розраховуватися в межах середньої зарплати по регіону. Про це радник керівник Офісу президента і екс-міністр економіки Тимофій Миланов, Милованов, повідомив в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляють економічні новини з посиланням на сайт Ліга. Далі цитата. Там не всі не 8 тисяч, а середня зарплата. Мають бути у межах середньої зарплати у регіоні, тому що допомога має бути адаптована до середньої заробітної плати, рівня цін у містах. Хтось може отримати навіть більше, ніж у Києві. Таке також можливе, цитує видання слова Милованова. За його словами, програма підтримки бізнесу буде працювати за наступним алгоритмом. Місцева влада областей червоної зони має розробити пакет підтримки і показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%. Проте, за словами Милованова, в областях зі складною фінансовою ситуацією вирішуватиме центральна влада. Ну і зауважу, що сьогодні на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Я проштудіювала цей текст, зауважу, що номер законопроєкту 53.00 від 24.03.2021, і дійсно там йдеться саме про 8 тисяч з центрального бюджету країни. Скажіть, будь ласка, до вас питання, Михайло, чи дійсно цієї допомоги вистачить, і яким чином можна співвідносити, якщо ви вже занурилися в тему, от цей законопроєкт заявами, які лунають з Офісу Президента. Але перш ніж ви відповісте на це запитання, маю привітатися з новими гостями студії. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Вітаю Юлію Златіну, голову громадського об'єднання «Об'єднана сила середнього бізнесу України» і речника Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України. І доброго дня. Доброго дня. І також Валентина Захарченка, підприємця ринку «Сьомий кілометр», голову благодійного фонду «Я допоможу». Вітаю вас.
Ви сьогодні були на мітингу, який відбувався під стінами облдержадміністрації. Ми вже трішки поговорили про нього з Іваном. Згодом повернемося ще до цього, до того, що відбувалося. Ну, а поки що вам питання. Ну, могу сказати, що, як говориться, вопрос не нов. Год назад він вже практично точно так же стояв. Тобто, спочатку ввели ограничительні міри, ввели жорсткий карантин, а потім кинулись, значить, розробляти якісь такі компенсації для підприємців і їх сімей. Пройшов год, а ВОЗ практически и ныне там. То есть сейчас вот говорят, что пусть разрабатывают местные органы власти там пакет поддержки, потом представят их центральным органам власти. То есть, понимаете, сегодня у нас уже 24 марта. То есть, естественно, что до конца марта этот пакет разработан не будет, пока он будет представлен. Это будет в лучшем случае середина или конец апреля, то есть выплаты начнутся где-то в мае, а людям надо сейчас жить. Нужно платить аренду многим, ведь закрыты торговые центры, закрыты промтоварные рынки и так далее. Ну, в общем-то, я уже не говорю про обещание годичной давности нашего нынешнего премьер-министра создать 500 тысяч рабочих мест, за какую ложь он не понес никакой ответственности, даже морали, я уже не говорю про политическую, то есть он должен был бы вылететь из политики навсегда. И вот то, что, о чем говорил Иван, что это не просто вот такое как бы нарушение Конституции, это грубое нарушение Конституции кабинета министров, потому что кабинет министров, не входит в его полномочия, ограничивает право на труд и право на свободу передвижения. Это может делать только Верховная Рада с подачи президента, то есть должен нести, то есть это только в условиях чрезвычайного положения или военного положения. Это должен быть указ президента, который должна утверждать Верховная Рада. И в этом случае тогда действительно государство, то есть это форс-мажор, тогда можно приостанавливать арендную плату, можно приостанавливать делать кредитные каникулы в банках и так далее. А так форс-мажора нет. Они перекладывают все, вот уже год подряд перекладывают все на наши плечи, на плечи предпринимателей, на плечи работников. Но это просто цинизм высшей марки и гарант соблюдения Конституции, вот вы правильно говорили, банков. То есть это происходит с его благословения, больше чем уверен. Скажите, пожалуйста, с огляду на эпидемичную ситуацию в стране и с огляду на экономичную ситуацию, на вашу думку, чи доречным было бы введение чрезвычайного положения? Так, по сути, оно вводится, но только при этом государство не берет на себя никаких обязательств. Оно де-факто существует. Его де-юра обходит. Да, значит, еще раз повторяю, что кабинет, в полномочия кабинета министров не входит право ограничивать наши права и свободы. Право на труд и право и свободу передвижения. Это превышение, это посягательство на конституционный строй. То, чем занимается премьер-министр. Ну, еще одна интересная вещь, я вам скажу. Вот вы когда-нибудь видели, кто-то из юристов видел, хоть один законопроект, вернее, законопроект, закон или постановление кабинета министров, которое было бы напечатано на бланке с подписью президента или премьер-министра и с печатью либо президента, либо премьер-министра. Таких документов не существует. Мы живем вообще ну, от як би це сказати, пом'якче. Я почула вашу думку, зрозуміла ваші емоції. Зараз коротке питання щодо фінансової частини нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, до вас питання, Юлія Валентин. За той локдаун, який вже був в країні, чи ви намагалися отримати ось ці 8 тисяч гривень від держави фінансової допомоги, на яку, наскільки я розумію, ви мали право? Ну, я хочу сказати, що лично я не мала права, тому я навіть не пыталась. Квет не тот, да. Смотрите, все, що зараз обсуждається в студії, то, що говорив предыдущий оратор, я абсолютно з ним согласна, то есть буквально з кожним словом, я попробую виразити. Ми виразили це на бумагі. Мы выразили на бумаге попунктно то, что вы перечислили просто коротко. И точно так же мы хотим сегодня в студии разъяснить простым людям. Существует такая штука, как чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение и военное положение – это те две ситуации, когда на самом деле можно ограничить каким-то образом конституционные права. У нас существует закон про чрезвычайное положение. Да, и если правительство считает, что у нас есть угроза жизни населению, они не просто считают, это действительно есть, то есть мы видим, как людям не хватает кислородного оборудования, как у нас не хватает мест в больницах, да, это все ужасно, это все существует. Но не введя чрезвычайное положение, правительство не несет ответственности в плане финансовой компенсации и обеспечения населения граждан Украины. Если мы почитаем 157-ю Конституцию, статью Конституции, 158-ю статью Конституции, там очень четко прописано, как именно нужно было бы ввести это положение и за что в таком случае отвечает правительство. Мы все время говорим за то, что за что-то отвечают люди, чем-то отвечают. Но никто не говорит о том, что бизнесу после
короткого даже застоя необходима реанимация. Никто не говорит о том, что существуют контрагенты, перед которыми у тебя есть обязательства. Не зарабатывая, ты их не можешь выполнить. У тебя летят контракты, портится твое реноме. А помощь от государства в виде 8 тысяч гривен, ну, просто выглядит как насмешка. Есть понятие упущенной прибыли, и в Украине оно существует исключительно на бумаге. То есть его почему-то у нас не существует в законах, в реанимационном пакете. Да, его не надо придумывать. На самом деле короткий, из трех пунктов. Валентин, ну, ты, если не сложно, расскажи про... Пожалуйста. Да, смотрите, мы, короче, требуем скасувати за квартал сплату за ЕСВ. Вот. Правительство хочет, чтобы мы не работали. Все, скасуйте нам за 3 месяца сплату ЕСВ нам и найманим працівникам. Компенсировать зарплаты, потому что у меня есть как бы наемные рабочие. Мне надо им все равно заплатить. Эти 8 тысяч гривен не спасает, если у работника зарплата, допустим, 15 тысяч гривен. То есть работник на свои 15 тысяч гривен, он живет ежемесячно, у него есть тоже свои расходы, дети, родители, всем надо заботиться. И третий пункт – ініціювати доведення до державно-контролюючих органів, що всі перевірки бізнесу під час локдауну, наказом президента вони були скасовані. Був мораторій на перевірки, однак перевірки відбувались. А перевірки відбуваються. Ну, тобто він сказав «всі», но при этом не было такого, но не рыночный контроль, например, да, и поэтому рыночный контроль сделал, что хотел. И вот эта манипуляция, знаете, ну, подмена понятия, она существует у нас от начала, она у нас длится бесконечно и до конца. В ассоциацию работодателей жалобы поступают от людей, от всевозможных видов бизнеса. Я не знала, что у нас столько видов бизнеса. Юлія, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви сьогодні мали нагоду поспілкуватися з заступником голови Одеської державної адміністрації. Наскільки я розумію, донести свої запропоновані, оці озвучені тези, як їх сприйняли? Дело в том, что мы здесь просим инициировать заседание исполкома. Есть то, что можно решить на местном уровне, то есть горсовет, облсовет, то, за что отвечают они. Но все выплаты компенсации и все остальное, это уже должно рассматриваться выше, это должен рассматривать Киев. Поэтому у них мы попросили конкретно урегулировать вопрос по аренде. Опять же, подмена понятий. Вы можете не платить аренду, мы вас освобождаем на период карантина. Секундочку, вы, вас, кого? Да, вот есть рынок. Рынок. Он является арендатором у государства какой-то территории, на которой он создал некую организацию, да, некое предприятие, разделил это все на места, оборудовал, обустроил и передал предпринимателям в аренду. Если я рынок, то меня не освобождают от оплаты за эту землю. То есть я продолжаю нести расходы. При этом ко мне приходит предприниматель и говорит: «Слышь, дружище, так меня же освободили. Я тебе платить не буду. Да, я не должен тебе платить». Здесь возникает спор, и они нам разрешили воспользоваться статьей Конституции. Простите, без карантина мы тоже могли ей воспользоваться. Если мы очень хотим посудиться с арендодателем за свое рабочее место, вылететь, соответственно, оттуда, никто не любит тех, кто судится, правда? Вот. Или он может вполне сказать там: «Ну, не хочешь, не плати, собирай свои вещи и уезжай». Да, если так. Дивіться, щодо цієї колізії, вона мала місце і того локдауну, який вже відбувся в Україні. Совершенно верно, что уроков ніхто не извлечено. Ніхто, здається, не зміг скористатися цими. Ні президент, ні міністрів, ніхто ніяких уроков не извлек. Тобто вони роблять, опять-таки, удивлене лісо, говорять: «Ну, сейчас пусть местные органы там разрабатывают, пусть предприниматели как-то там что-то себе думают, а мы тут, как говорится, вот мы тут ни при чем». У нас постоянно страдает один бизнес за счет другого. Они заставляют нас ругаться друг с другом, стравливают, кто должен не кушать. Если я беру, покупаю квартиру, плачу за нее кредит и сдаю ее в аренду, это происходит много лет, я где-то зарабатываю, чтобы платить этот кредит, чтобы потом жить с аренды, почему кто-то должен ко мне прийти и сказать: «А мы тебе аренду платить не будем». Приблизительно то же самое происходит в бизнесе, только речь идет об объектах нежилых, скажем так, да, это могут быть павильоны, это могут быть магазины, бизнес-центр ваш, кстати. Вот где располагается канал непосредственно ваш, что же от оплаты за землю, ну, не освободили, мягко говоря, да? То есть это все происходит на всех уровнях. И нужно выбирать. Так, дружище, ты сдаешь в аренду, ты не должен кушать, потому что я арендатор, я ФОП, я кушать хочу. А я не хочу? Ну, то есть, или, может быть, правительство все-таки компенсирует или освободит всех, как это положено сделать. Именно с этим мы приходили сегодня в областную администрацию. Именно эти требования будут переданы в горсовет, потому что мафер может не платить, а если у человека стоит магазин побольше, он платить должен. То есть почему? Зараз оце питання ми поставимо ще одному спікеру на прямому зв'язку зі студією. Андрій Блінов, економіст. Андрій, вітаємо вас.
Доброго дня. Доброго дня, дякую, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. В студії присутні учасники мітингу, представники малого і середнього бізнесу Одеси, які сьогодні мітингували, точніше сказати, проводили мирну акцію під стінами Одеської державної обласної адміністрації. І вони хотіли донести свою думку щодо того, наразі відбувається в Одесі. Як ви знаєте, як і ви, ми зараз знаходимося в червоній зоні з усіма передбаченими законодавством обмеженнями, щодо цього рівня епідеміологічної ситуації на території. Тож бізнес вже говорить про те, що, по-перше, 8 тисяч гривень, про які йдеться в законопроєкті, який сьогодні розміщено на сайті Верховної Ради України, дійсно не вистачить на компенсацію будь-яких втрат. І сьогодні бізнес запропонував такі, тезово скажу, три головні моменти, які б він хотів побачити від місцевої влади, ну і, звісно, від влади державного рівня. Скасувати за квартал ЄСВ, компенсувати заробітну платню найманим працівникам і все ж таки довести до фактичного виконання розпорядження президента щодо відсутності перевірок під час локдауну і обмежень. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можливі виконання ось цих вимог? Ну, вы знаете, на мой взгляд, это возможно. Мы помним, что ну, вот уже фактически мы имеем четвертый по счету локдаун в стране. Они все имеют достаточно разные форматы. Безусловно, самый жесткий, когда подобные меры принимались, это был локдаун самый первый, наиболее шоковый, периода марта-мая 2020 года. Вот. Я бы, в принципе, сказал, что наибольшие потери, судя по тому анализу деловой активности, уплаты налогов и других розничного товарооборота, других аспектов, происходят тогда, когда в городах останавливается транспорт. Это наносит сумасшедший удар по не только деловой активности и по спросу, но и в тот момент, но и в принципе это резко увеличивает затраты предпринимателей. Например, если им необходимо подвозить так или иначе, организовывать подвоз на рабочие места, персонал и так далее. Сейчас, кстати, в целом ряде красных зон ведется дискуссия о том, что транспорт может быть остановлен. Сегодня об этом говорил мэр Киева, в частности. Поэтому, безусловно, в случае, если это произойдет, то мне кажется, что вот те условия, о которых говорят, они, в принципе, в значительной мере начнут повторять то, что было в марте-мае 2020 года. Что касается 8 тысяч, то оценки здесь таковы, то есть мы должны понимать, что выплата 8 тысяч, она, как правило, касается по стране 100-200 тысяч предпринимателей, и это суммы в пределах 800 миллионов гривен-миллиард с небольшим. В принципе, безусловно, это суммы, которые государственный бюджет, имеющий более чем миллиард, безусловно, себе может позволить. Поэтому чего-то экстраординарного здесь нет. Другое дело, что это не может длиться очень долго, и, как правило, речь о локдаунах действительно ведется в такие резкие ситуации, как сейчас, когда идет массовая госпитализация. Ну и мы знаем уже медицинские предписания, что речь идет, конечно же, как правило, о трех неделях. К сожалению, с карантинами все время мы немножко опаздываем, ловя эту динамику не на пике, а на ее максимуме. Дякую. Ну, щодо 8 тисяч гривень і щодо можливості держави виплатити суму на рівні 800 мільйонів, мільярда з гаком, то нагадаю, наші от представники бізнесу говорять, що і в той локдаун тільки 30% ФОПів в Україні могли скористатися цією нагодою, отримати ці кошти, адже перш за все вони стикалися з проблемою КВЕДу і, по-друге, стикалися з проблемою роботи платформи «Дія». Скажіть, будь ласка, якщо ви вже ознайомилися з законопроєктом щодо виплат, чи звернули ще на щось увагу, чи змінилася підхід держави щодо виплат і компенсацій фінансових представникам малого і середнього бізнесу з першого локдауну, про який ви зараз говорили, який відбувся торік в березні-квітні?
Ну, дело в том, что законопроект достаточно рамочный. Я бы вообще о законопроектах бы не говорил. Мне кажется, такие вещи должны решаться именно на уровне постановлений правительства, которые должны приниматься оперативно и не зависеть от решений Верховной Рады. По-моему, COVID у нас уже второй год, и, соответственно, это говорит о том, что такие вещи должны приниматься на уровне непосредственно исполнительной власти. И это, кстати, такой достаточно позитивный момент, почему вот теоретически должен быть COVID-фонд совершенно не в том виде, как он был создан в 2020 году, а именно как какие-то деньги, напоминающие резервный фонд, которые выделяются именно в момент, когда вот, ну, действительно необходимо остановить часть бизнеса, и в первую очередь часть бизнеса, связанную с, ну, с непосредственным контактом людей, да, с их массовыми собраниями и так далее. Что касается работы предпринимателей, я как раз являюсь таким убежденным противником того, что необходимо вообще останавливать бизнес. Причем речь не идет только о доставке. Да? Сегодня вышла статистика одной из киевских компаний. Они там анализировали уровень доставки. Доставка по сравнению с доковидным периодом, например, в Киеве выросла более чем на 80%. То есть очевидно, что этот бизнес, он, в общем-то, развивается. Речь о том, что во многих городах Украины, помните, тогда, когда был шок прошлого года, вводили очень жесткий контроль, особенно в супермаркетах, количество людей там находящихся. Да, исходя из правила, один человек на 10 квадратных метров. Самое интересное, что после мая месяца эта история вообще не соблюдается. И на сегодняшний день никто не говорит о том, что в крупных супермаркетах, мегамоллах и так далее, в том числе в продовольственных магазинах, это должно соблюдаться. В то время как малый бизнес на уровне вот каких-то базарных точек закрытых и так далее, он как раз соблюдает. Везде висят объявления там 2-3 человека, 6 человек, ну, в зависимости от площади. Кстати, заправки это соблюдают, вот я вижу массово по Украине. К сожалению, это как раз не касается вот именно больших магазинов, хотя, откровенно говоря, наладить контроль по количеству тележек выдаваемых или по количеству впускаемых людей минус выпускаемых, в принципе, достаточно просто. Но при этом ни в коем случае, на мой взгляд, не надо закрывать магазины промышленные, не нужно закрывать строительные магазины, не нужно закрывать магазины, там, торгующие галантереей, носками и так далее. Ну, потому что, ну, это действительно вызывает смех и просто подрывает доверие к подобным решениям. Ну и, наконец, насчет КВЭДов. Ну да, здесь действительно нужно понимать, что, конечно, очень многие бы физические лица предприниматели хотели бы пройти, а их в стране достаточно много. Есть, кстати, статистика по физлицам-предпринимателям, которые делает Open Data Bot. Вот их количество по стране, что бы ни говорили, не упало. 1 миллион 900 тысяч на сегодняшний день, согласно этим данным, зарегистрировано. До коронавируса было 1 миллион 850. Скачет этот показатель, действительно. Ну вот каждый раз вот длительные локдауны, они, в принципе, на некоторое время снижают количество ФОПовцев, но, тем не менее, тенденции, что там есть какое-то резкое падение, нет. И действительно, компенсация должна касаться тех людей, чья деятельность ограничивается. Поэтому в первую очередь нужно, во-первых, думать, а нужно ли ограничивать деятельность каких-то бизнесов. Ведь намного проще, например, действительно просто рассредотачивать потоки. А это значит, наоборот, увеличивать продолжительность рабочего времени всего, всех там магазинов, транспорта и так далее. Может быть, вводить социальные часы, там, если у нас по-прежнему актуальна тема групп людей там, старше 60-65 лет и так далее. Но, откровенно говоря, мне кажется, что метод борьбы там, в виде комендантских часов или каких-то подобных, по-моему, это... имеет отношение все-таки к другому, к другим каким-то таким форс-мажорам, совершенно не к данному типу вирусной пандемии. Мне кажется, что здесь, наоборот, самое главное — разведотачивать потоки, максимально выводить людей в онлайн, то есть давать им возможность работать дома, с тем, чтобы минимально перемещаться по городу исключительно с целью покупок или действительно каких-то неотложных вещей, в том числе поездок на работу, а это значит, что должен быть максимально гибкий график, то есть люди должны максимально работать не с 9 до 6, а в таком, я бы сказал, хаотичном режиме. Кто-то с 11 до 8, кто-то с 7 до 4 и так далее, чтобы в транспорте ни в коем случае не допускать
час пік. І останнє питання, будь ласочка, стисло, адже знаю, що і у вас обмаль часу, ну і наш час вже майже вичерпно, але хочеться ще поговорити з тими, хто сьогодні присутній в студії. Коротке запитання. От сьогодні в студії було згадано, що наразі ми маємо обмеження, які відповідають де-факто надзвичайному стану. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так, на ваш погляд, і чи мала б країна де-факто ввести надзвичайний стан, аби ті обмеження, які зараз ми маємо, вони відповідали законодавству країни? Ви знаєте, мені складно об этом говорити. Это скорее должны все-таки делать, комментировать юристы и специалисты именно по вопросам ведения чрезвычайного положения. Вот. Если, конечно, это необходимо для того, чтобы там правительство могло в оперативном режиме решать вопросы работы отдельных зон предпринимателей, соответственно, и выплаты им компенсации, ну, может быть, это и необходимо. Но, откровенно говоря, я уже повторюсь, что это четвертый локдаун, и у нас положение, чрезвычайное положение дискредитировано, в частности, отчасти это происходило последний раз в 2018 году после инцидента в Керченском проливе. На мой взгляд, все-таки это не та ситуация, когда это необходимо объявлять. Здесь решения должны быть в первую очередь экономические, направленные на недопущение концентрации людских потоков. Дуже вдячна за час, який нам приділили. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією 7-го телеканалу був Андрій Блінов, економіст. Повертаємося до студії. Панове, обмаль часу. Хочеться почути ще ваші думки. Скажіть, будь ласка, наразі, яку маєте думку щодо того, наскільки вас сьогодні почули у облдержадміністрації? Ну, заявляйте, що то ж нас то, что услышали, это понятно. Знаете, но есть как бы, а слышат ли? То есть посмотрим, я про свои пытаюсь. Да, этот, посмотрим про результаты, потому что мы все умеем красиво говорить, главное еще правильно это все делать. Я бы хотел бы, кстати, вот о том, что услышали сегодня или нет, вот комментарий сделать Милованову, да, вот, он, правда, не слышит, но это людям, которые обнадежены, что получат хотя бы 8 тысяч. А город, может, еще получит, область нет. Средняя зарплата по области 6,5 тысяч гривен. Вот вам и ответ. То есть компенсация может быть еще ниже. И часть, основная львиная доля будет это ложиться на бюджет всеукраинский, а вторая часть в этого же суммы, которая в 6,5, она ляжет на местный бюджет, а денег нету в местном бюджете. Ну, як зауважив наразі Михайло, доки місцева влада, місцеві влади розроблять пакети, запропонують їх в Києві, а Київ їх погодить чи ні, знаете, как це на пожарника з відром, который бегает тушить торговый центр, по суті своєї. То есть это и то задним числом, когда уже все сгорело. Дякую. Почула вашу думку, Юлія. Мы сегодня даже не писали в требованиях, не просили, хотя обычно город, область всегда идут нам навстречу, если там происходит нечто, да, в том, чтобы списать, то есть, скажем так, простить поступление в бюджет, который, речь идет сейчас не о налоге ЕСВ, да, потому что предприниматель платит два вида налога. Есть еще такой единый, он пополняет местный бюджет. Мы не просим, нам стыдно, понимаете, потому что выгребают из местного бюджета, выгребают, на что тратят. Ну, кто его знает, на что они его тратят. Пособие, все что угодно выплачиваете, но мы можем разрешить бизнесу не платить. Сейчас придумали по-другому. Мы уже не просим, не освобождайте нас от этого налога, да? Они говорят, окей, за счет местных бюджетов мы сейчас вот тогда выплатим компенсации. Ребята, где местные бюджеты будут брать эти деньги? Почему нас постоянно вгоняют в какие-то долги, я не могу понять. Сейчас начнутся опять займы МВФ, условия, на которых мы должны брать эти займы у МВФ, а потом вам скажут, ребята, ну, мы же брали деньги, давайте теперь отрабатывайте. Очень сильно злит эта ситуация, то есть это глупость. Единственное правильное решение – не ограничивать бизнес. Мы говорим только о торговле, но я сделаю короткое лирическое отступление. Простите, а спортклубы? Это что, не бизнес? Им есть не надо, у них расходов нет. То есть это же тоже бизнес, и такого бизнеса очень много. Ну, ви знаєте, я от сьогодні, коли слухала доповідь Андрія, який був з нами на прямому зв'язку, думала про нічні клуби і ось цей рейд, який відбувся у центрі міста з минулої суботи на минулий вихідний день. І мені здається, що там йдеться про центральні вулиці, це Гоголя, це Катерининська. Тобто, знаєте, ну, обійшли деяку частину нічних клубів. І в мене так...
І в мене така з'явилася думка щодо їх роботи, адже в локдаун за умов червоної зони дійсно це той вид бізнесу, який взагалі майже не може працювати. Адже маємо заборону щодо часу праці, так, маємо заборону щодо дистанції людей, які знаходяться в одному приміщенні, і нічні клуби в цій ситуації що вони можуть робити? Я вижу, знаете, как ситуацию. Ребята, работайте, соблюдайте меры. Когда людям говорят, не соблюдайте меры, но мы вам ничего не дадим. Не соблюдайте меры, но вы соблюдаете там ограничения, да, но мы к вам залезем в карман. Вы вот не зарабатываете, не кушаете, но несите расходы. Люди сначала принимают, пытаются слушаться, потом начинается отрицание, это уже из психологии, а потом делают назло, вообще не слушая никаких ограничений, даже то есть то логичное, что нужно было бы выполнить. Все хотят есть, администраторы, официанты. Это все люди, которые живут за зарплатой. Ну, быстрее не назло, они просто пытаются компенсировать то упущенное любыми способами. То есть, надо выживать. Я даже хочу сказать, выживать, проблема, вот сегодня сидели, разговаривали, да, в обладающей администрации, проблема в чем? О наполнении бюджета как таковому, да, почему вот область минимальная, то есть, извините, средняя зарплата там 6,5, да, как таковых. Да потому что вот этими подобными действиями введения локдауна и несоблюдения всех остального, да, то есть как бы, что мало того, что у нас на сегодняшний день экономика, теневая экономика составляет 48-50% во всех сферах, в том числе акцизных, фискальных, абсолютно вся сфера. И этим способом загоняет еще больше в тень. А это что? Недополучение бюджета, как местного, так и всеукраинского. Вот вам и панацея, к которой мы приходим. А потом плачутся в том же в кабмине. А мы это делаем, потому что у нас там типа эпидемиологическая ситуация связана с экономической как таковой. Да они сами это подводят к тому, что создается это коллапс и проблема как-то. Это безграмотный подход. Ну, на государственном уровне. Заплатите людям, закройте на месяц на жесткий карантин. Проблема ушла, болячка ушла, все работают, все счастливы. Что мешало это сделать год назад? Один місяць. Ну, ви знаєте, я гарантії. Також можу сказати, що от ми згадували у цих студіях, що рік тому ми мали статистику, що там до 27 осіб госпіталізованих з підозрою на COVID-19, і в цих умовах ми багато хто вже знаходилися на дистанційній роботі, закривалися, ну, був жорсткий локдаун, самий жорсткий з чотирьох, як зазначив також наш спікер. І сьогодні ми маємо великі цифри, 700-800 по області захворілих за одну добу, і, звичайно, що зараз маємо таке пікове зростання захворюваності, ну і реакцію держави також, як було зауважено, вже на певному піку, а не до його початку. Я прошу прощення, Валентин, благотворительний фонд, да, спросите у нього, скільки обращень з просьбою дайте покушати. Покушати. Вещи вже не просять, деньги не просять. 30 чоловік в день у нас мінімум дзвонять, що з дітьми, мами. Да, покушати. Просто, дайте еды, понимаете? О каких локдаунах, о чем мы говорим? Скажите, пожалуйста, рік тому ваш благодійний фонд існував? Нет, мы еще не існували, я только вот... Просто хотела запитати, чи дійсно така ж кількість звернень була і до пандемії, чи вона збільшилась? Нет, было меньше. Я допускаю, что идет ухудшение. Мы тогда я простой пример приведу. Время. Это тарифы. Оно вроде бы, да, там к малому бизнесу никак, так условно нет. Она напрямую относится, потому дома. Что тарифы являются основополагающим в складании экономического составляющего. Как-то, это в субъемарте, ну, себестоимость и упорство. Смотрите, повторяюсь. Декабрь прошлого года 64,5 миллиарда гривен задолженность по всей Украине. Январь 74,5 миллиарда. А февраль в порядке, по-моему, где-то 80 с чем-то. Я почему это повторяю? Ухудшение идет, понимаете? Мы вроде выходим уже в тепло, по сути. То есть мы, по идее, должны меньше. Это говорит о пламхом. Ухудшающим экономической составляющей по Украине в целом. Людей нету возможности платить. Просто оплачивать. Почули вас, дякую. У нас майже вичерпано час нашого ефіру. Все опирається в нарушення Конституції президентом і Кабінетом міністрів. От, риба гнезд з голови.
Почула вашу думку, майже вичерпано, як я зазначила, час нашого ефіру. Коротке запитання, Юлія, до вас, будь ласка, ну, тезисно, дуже стисло. Скажіть, будь ласка, ваші дії у найближчому майбутньому? Ну, по-перше, коли чекаєте певної відповіді і реакції з боку Одеської обласної державної адміністрації? І що будете робити, плануєте робити, ну, якщо все ж таки переконаєте, що у вас ну, не досить добре, як ви розраховували почути? Мы с Юрием Николаевичем обсудили после встречи с заместителем губернатора наши дальнейшие действия. Значит, ну, он у нас все-таки человек самый взрослый и самый ответственный, мы предоставляем ему такое право решать. Значит, в течение недели мы ждем реакции, ответа на наши требования. Мы очень надеемся, что пакет будет сформирован, направлен в Киев на рассмотрение, и очень надеемся, что местная власть хотя бы на местном уровне отреагирует по вопросу аренды, урегулирования вопроса аренды. Если реакции такой не последует, мы однозначно будем выезжать в Киев. Кроме того, у нас очень много городов. То есть мы на этой почве перестали быть конкурентами, стали друзьями, и власть очень сильно недооценивает. Либо, как утверждают многие предприниматели, мы откроемся и будем работать, плевать на ограничения. Тогда мы получим стачку. Почули вашу думку, дякую за неї. Панове, дякую, що сьогодні завітали до цієї студії. Дуже така, на жаль, неспокійна тема щодо того, що відбувається з українським бізнесом, в тому числі і в Одесі, на тлі погіршення епідемічної ситуації. Говорили сьогодні про стан середнього і малого бізнесу в місті, області і країні. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. А зараз час новин, тож передаю слово своїй колезі Олександрі Дементьєвій. Саша. Наташа, дякую тобі. Ми підбиваємо інформаційні підсумки першої половини дня. Є багато нового, тож починаємо просто зараз.